По подозрению в убийстве 37-летней сотрудницы кафе задержан ее 59-летний знакомый. Накануне тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в лесу, недалеко от кладбища. Напомним, погибшую обнаружил житель села Малково. По предварительной версии, предполагаемый убийца поссорился с приятельницей на бытовой почве. В порыве ярости, как считают следователи, он нанес ей несколько ударов по голове. Потом взял нож и ударил несколько раз в грудь. Известно, задержанный несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас он в изоляторе временного содержания.